Это танцевальный коврик Double Dance Revolution двойной. Он может подключаться как к телевизору, так и к компьютеру. При подключении к компьютеру есть 4 диска с программами и с песнями, и с играми, под которые можно танцевать. Здесь не только можно под песни танцевать, выполнять задания, но и в разные игры играть. В общем, коврик предназначен для двоих пользователей. Двое детей, собственно, могут развлекаться на нем.